Всем здравствуйте. Хотела рассказать про нашего дорогого Давида. 2 года назад моему сыну была диагностирована болезнь аутизм. Дело в том, что аутизм по факту не лечится. Мамы это знают, мамы деток аутистов. Можно корректировать, можно научить ребенка с этим жить, но вылечить до конца это невозможно. Это скорее даже не болезнь какая-то, которую можно диагностировать анализами, обследованиями. Это такая форма психики. Я готовилась с этим жить всю жизнь. В течение года мы общались с Давидом по скайпу. Просто по скайпу, мы просто разговаривали. Ребенок подходил, ребенок смотрел на Давида. Ребенок что-то пытался ответить. Ребенок был полностью не говорящим. Это было 5-6 слов. Ребенок не общался ни с мамой, ни с папой, ни со старшим братом. Он не мог выразить ни свое желание, ни свою боль, ни свое отношение к чему-то, ничего. Он не мог попросить элементарные вещи. Через год ситуация не просто изменилась. Мне подруги не верили. Мне не верили специалисты, что я ничего не делала, что это вообще тот же ребенок. Да, у нас есть задержка речи. Но что такое задержка речи по сравнению с аутизмом? Я записываю для Давида видео. Скажи привет. Привет. У тебя сегодня хорошо дела? Я хорошо дела. Скажи, где Вася у нас? Школа. В школе, Вась. Конечно, в школе. А ты хочешь в школу? Ага. И ты хочешь пойти в школу? А где мы вчера были? Мы вчера ходили к животным. Кого смотрели? Зайка. Зайку смотрели. А еще кого смотрели? Кого еще смотрели? Цыпленка. Цыпленка смотрели. Сейчас у нас есть разговор. Сейчас у нас есть ролевая игра. Сейчас у нас есть понимание правил жизни. Я говорю, спать мой лыжбой. Чай, покрой носик. Чай и носик, хорошо. Отрубай пальцем. Пожалуйста, не трогай. Отрубай. Пока. Задержка речи, конечно, сильная. Но мы ее корректируем. С этим можно работать. С нами работает логопед. Логопед, которая видела нас в момент, когда был полный аутизм, в таком шоке, что ребенок стал вообще понимать и прогрессировать. Человек, который считает это своей работой, никак не может поверить, что простые разговоры с каким-то, пусть очень знающим, но с человеком издалека, просто разговоры по скайпу, что так помогли. Но это не просто помогли. Аутизма на данный момент нет. Что такое нет аутизма, это счастье. Спасибо Давиду.